реализована cginfo.tv. Ты так и будешь сидеть? А что мне еще делать? Стоять? Не стоять. Грести. Грести. Это в мои планы не входило. Хочешь, чтобы я один всю работу сделал? Нет, но надеюсь, грести будешь ты. Почему это? Ты предложил сюда приехать. Я предложил? Я тебе сразу сказала, что не люблю упражнения. Ты про греблю? Нет. Пожалуй, гребля неплохо укрепляет тогда тело. Тогда про что? Про весь эксперимент. Я извиняюсь. Долго еще? Вообще-то, любой эксперимент может провалиться. Но зачем соглашаться на эксперимент, если он уже провален? Может, вернемся к гребле? Соглашайся, а то мы никогда не доплывем. Нет, я к тому, что я буду очень признателен, если ты поможешь. Может, его попросишь? В отличие от меня, он хотя бы заинтересован в том, чтобы туда попасть. Пожалуй, что да. Только просить его без толку. Почему? Он же не гребет. Он не гребет, и огребет? Да, он огребет. Ага, я поняла.